Почти во всех чебоксарских домах горячие батареи, но часть объектов города остается без тепла. Это связано с ремонтом сетей и котельных. Его закончат до 5 октября. К горячему сезону готовится и снегоуборочная техника. В этом году очищать дороги и дворы будет 92 спецмашины. Вся спецтехника оснащена спутниковой системой мониторинга, благодаря которой имеется возможность наблюдать за работой машин в режиме реального времени. Такой контроль позволяет оперативно корректировать маршруты выполняемых работ, направляя технику на наиболее проблемные участки города. Помощь дорожникам заготовлена больше 46 тысяч тонн песчано-соляной смеси и щебня. Несмотря на осенний сезон, ямочный ремонт продолжит. Сейчас администрация объявила конкурс на поставщика асфальтобетонной смеси. Прозрачность и открытость аукционов – первостепенная задача. Глава столичной мэрии обратил внимание на важность качественной подготовки технических заданий и проектных документаций. И жалоба поступает на неправильно подготовленные технические задания. Потом мы с этим боремся, срываем срок исполнения контрактов, хотя изначально на стадии подготовки технического задания могли бы этих ошибок избежать. По каждому такому случаю идут проверки, ответственных наказывают штрафами. Чтобы срывов стало меньше, Центр организации закупок регулярно проводит совещания и обучающие семинары. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика.